Всем привет, я Гела, и сегодня смотрите, какая красота, какая прелесть у меня. Какие красивые материалы, из которых мы будем создавать брошечку в форме звезды Давида. Мне очень нравится эта форма, и брошь у меня будет золотая. И вот видите, я подобрала материалы сюда золотого цвета. Это всевозможный бисер, стразы, канитель, трунцал, бусины, ну и все такое. Вот. Если вам интересно, как сделать такую прелесть прелестную, оставайтесь со мной. Я буду использовать также пайеточки. Вот здесь у меня есть златка, есть французские пайеточки, вот эти желтенькие. Потом еще мельче золотые пайеточки от златки тоже. Так, для основы я возьму вот такой вот тонкий фетр. И вот эта кожа золотая, кожза для спинки броши. Шить я буду вот такой леской гамма 0,2 мм. Возможно, стразовая лента пригодится. В общем, я подобрала все материалы желтого цвета, золотого. Вот такой трунцал и канитель. Вот такие бусины буду использовать в разной палитре, видите? Ой, ну прелесть. Даже просто смотреть на эти материалы одно удовольствие. Вот такие стразики у меня будут, смотрите, вот такие без цап, прям с дырочками пришивные. Я их еще нигде не использовала. Вот. Вот такие стразики в цапах металлических. Ну вот тут натуральные камушки нашла, а также вот такие вот окрашенные бусины и всевозможные граненные стеклянные бусинки, кристаллики. Вот, пайеточки сказала. Златка и вот такие французские. И еще пайеточки, я там забегая вперед добавлю. Золотые, совершенно прям минимально, там 2 миллиметра, что ли, совсем малюсенькие. Дальше вот такой бисер прециоза. Вот это тоже чешский бисер, просто он фасованный, это от вышивок всяких бисерных. Вот, и, конечно, тоха, японский бисер, вот такой вот действительно ювелирный драгоценный бисер. Очень красивый. Здесь и рубка, и... Господи, стеклярус. Вот, оранжевую палитру нашла, вот такую вот баночку небольшую. Может, где-то что-то добавить придется. Здесь яшма, мука и желтого цвета. И какие-то бусинки. Вот такие беконусы. Темно-золотые. Ну, материалы одно удовольствие. Из инструментов бисерная иголка. Потом иголка швейная, ну, такая обычная. Вот, лесочку сказала, и нитки швейные, обычные, желтые. Дальше я нарисовала вот эту звезду на картонке. Ну, вернее, тетрадный лист к картоночке приклеила. Вот, и можно взять из интернета форму. Вот, таким образом перерисовала на фетрик. Вот, ну и теперь примерим. Наши стразики. Я решила использовать вот из этих крупных страз два цвета. Это желтый, золотой цвет и такого дымчатого слегка. Вот. Ну и дальше там будем смотреть по ходу дела. Это у меня... Я решила эти линии не проводить. Вот не делать четко звезду Давида, прям вот как она есть, да? А сделать... Просто стилизованно, мне форма это просто нравится, шестиконечная звезда. Вот, поэтому центр я не буду обозначать там по линиям, а такая снежинка, цветок, я не знаю, вот такое что-то получится. Вот, так приступаем. Сначала я сделаю контур из трунцала, да. Для этого мы вот так вот закрепим лесочку. И
Будем пришивать трунцал. Трунцал это такая как бы пружинка, она довольно такая жесткенькая. Вот видите, какая пружинка. И она вот таким образом вот растягивается. Вот так вот раз ее подрастянули. Вот так вот. Не сильно. Получается, вот и теперь за эти звенья как бы, да, я буду пришивать эту пружинку к фетру. В данном случае, ну, он все-таки тонковат, мелковат, этот трунцал. Он у меня не столько декоративную функцию будет нести, сколько просто контуринг, потому что я все-таки шью не на пяльцах, и фетр тонкий довольно у меня. Трунцал этот он и контур поможет сохранить. Поэтому я решила сначала все-таки контур сделать. Вот. Ну и немножко так как бы линии обозначить, да? Вот таким образом несколько раз подшиваем. И пошли пришивать прям по звеньям. Вот так вот делать шажочек там пол сантиметра, например, да? Вот вывели иглу снаружи. И прям эту пружиночку и в ту же дырочку ввели иглу, только с обратной стороны трунцала. Ничего тут такого сложного нет. Я уже где-то показывала работу с трунцалом, когда я пробовала, по-моему, впервые тогда. Вышивка по бархату, по-моему, или как-то так называется видео. Если не забуду, я поищу его и открывайте описание к видео. Там какие-то ссылки пооставляю. Вот. Теперь вот когда мы пришили таким образом, вот еще забыла, да, пинцетик нам пригодится, клей момент, ножнички маленькие. Вот, дошли мы до угла, теперь вот так вот придерживая ногтем, как бы раз, и пинцетиком вот таким образом поворачиваем нашу проволочку. И вот так вот слегка. Все это осторожно надо делать, сильно не растягивать, там сильно не давить. Это, конечно, плотненькая проволочка, жестенькая, но тем не менее это же все-таки ювелирное изделие, а не какое-то что-то крупная проволока какая-то. Поэтому здесь нужно все это тонко делать, осторожненько и красивенько. Опять дошли до уголочка. И опять берем пинцетик. Пинцетом удобно поворачивать и формировать уголки, понимаете? Вот так же раз, повернули, вот так вот слегка поджали. И дальше продолжаем пришивать трунцал. Таким образом я пройду по всему контуру. Шаг делайте, ну, где-то миллиметров 5, наверное, максимум. Больше уж не надо. Вот. А то и мельче, кто как пришивает. Трунцал бывает помельче, покрупнее, когда, ну и цветов разных, конечно же. Когда покрупнее, то красиво он смотрится именно и как декоративная часть тоже. Вот также я буду канитель использовать, но дальше уже. Вот видите, вот таким образом он прям смотрится как бисеринки, да? Мелкие. Вот таким образом я прохожу весь контур. Вот смотрите, я обшила. Дальше мы срезаем и вот так вот прям эту проволочку придавите ногтем там или, я не знаю, ножничками чем-то. Как бы, да, вот так я их прям прижала друг к дружке и как следует все это пришили, подшили. Вот эти кончики, они внутри останутся, внутри броши, как бы, да. Вот таким образом сделали контур. Теперь я еще провела линии, чтобы вот центр, вот это все было видно. В центре я решила посадить большую граненую бусинку. Это, кстати, чешская бусина, чешское стекло. Вот именно эти крупные, вот золотые у меня. Так. Чешский хрусталь, так называемый. Вот, а вокруг нее я решила посадить вот эти маленькие бусинки. Они, видите, как витаминки прям.
Когда-то давно я показывала распаковку, у меня с тех пор еще вот эти бусинки остались. Я, девчонки, тоже все ссылки на материалы оставлю вам в описании к видео. Открывайте, можете купить. Я все заказывала на AliExpress. Поэтому все ссылочки на материалы, все, что есть, все я вам оставлю. Можно заказать и купить. Ну, москвичи могут здесь, в Москве, купить. А если у вас нет в городе, то можно заказать на AliExpress. И все это придет, как говорится, в лучшем виде. Вот видите, тем временем мы пришили бусинки. И теперь я хочу сделать из пайеточек такую как бы сердцевину, такой объемный цветочек. Я, знаете, как буду набирать? Вот большая пайетка, дальше бисер, потом опять большая пайетка, бисер, потом маленькая желтенькая вот эта французская пайетка, бисер и маленькая вот золотая пайеточка и бисер. Вот такой будет у меня набор. И весь этот набор вот таким образом я прям под бусинки, под эти желтые завожу. Как бы, вы знаете, вот можно, ну, расстояние, на котором, да, и вот эту как бы арочка такая из пайеточек и бисера. Вот видите, вот такой набор, и вот это вот этот наборчик. Арочка такая, да, вы смотрите уже на ваше усмотрение, там какой длины набирать. Слишком длинные не надо. Красиво смотрятся вот такие наборы из пайеток и бисера. Ну, особенно если это еще и разные по размерам пайеточки. Интересные такие наборы, можно поэкспериментировать и пошить вот таким образом всякие цветочки и декоративные элементы. Получается очень красиво. Вот. И вы видите, да, я не по кругу иду, там, допустим, рядом следующий, а чтобы соблюсти все-таки геометрию, раз уж у нас такая геометрическая брошь, я решила делать, видите, вот напротив друг друга, как бы каждый лепесточек делать вверх-вниз, лево-право и так далее. Противоположные пришивать. Они боковые. Вот опять сделали наборчик и раз и под бусинку вот туда. И вот таким образом получается такая прелестная, объемненький такой цветочек. Что-то мы этот способ мало используем. Я раньше когда-то показывала, по-моему, что-то такое. Цветы из бисера, из пайеток и бисера мы делали брошки. А вот вышивку, по-моему, не показывала или показывала, я уж сама не помню. Ну, в общем, вот такой вот способ тоже очень красивый. Он и легкий, и в исполнении, и потом в декоре. Декор получается объемный, и в то же время легкий, и в то же время красивый. То есть не просто пайеточки, когда они с бисером, и вот в таком объемном как бы шитье. Видите, как красиво смотрится? И в то же время вес легкая. Вот так вот через бисерку, пайеточку. Вот такой цветочек в центре мы вышили. Теперь нам нужно. Ну, я по ходу делать, знаете, дизайн примеряю. Вот один треугольник звезды я сделаю желтыми стразами, а второй треугольник дымчатыми стразами. Я сейчас все намечу, примечу себе вот сюда, вот на эту картоночку. Выдавлю немножко клея момент. Кристалл у меня прозрачный, да. И буду обмакивать туда вот так пинцетиком. И подклею все стразики, чтобы мне было удобно пришивать, чтобы они не разлетались. Вот так вот подклею. Все прям сразу.
А потом уже стану пришивать. И сразу я пришиваю швейной вот этой ниткой желтой. Я ее прям аж в 4 сложения делаю. И пришиваю. Вот таким образом. Под клеем. Вы знаете, да, что такое звезда Давида? Это израильский символ, флаг Израиля со звездой Давида, с такой голубой, да, и с двумя полосками. Ой, кстати, Израиль, привет вам большой из Москвы. Я знаю, что меня смотрят и в Израиле тоже. Это очень приятно. Привет вам, шалом, мои дорогие. Вот, но сегодня у меня, вы знаете, такая звезда получается. Это вообще она есть, как бы, вот, допустим, на флаге голубая звезда изображена, да, на флаге Израиля. Вот, потом есть красная звезда Давида. Она как бы как красный крест. Вот у нас, да, медицина. Вот у них красная звезда. И был такой символ, ну, как был, он остался в истории. Страшный, конечно, символ. Желтая звезда Давида. Желтой звездой были помечены все евреи в нацистской Германии, вернее, ну, в лагере Холокост. Нацисты помечали всех евреев, каждый обязан был носить, ну, как бы, эту вот эмблему на груди и на спине. Каждого еврея была вот такая желтая звезда. И то, что последнее время такой шум по поводу этой желтой звезды Давида, ну, это, конечно, ужас. Я совершенно не поддерживаю этого героя-бероя. Это какая-то ересь. Я считаю, такие вещи, когда касается здоровья человека, не должен давать свои рекомендации какой-то артист там, неважно, художник, продавец и так далее, а только врач, вирусолог, специалист. В чем-то другом, пожалуйста, можно там свое мнение и рекомендации. А уж когда касается таких вещей, здоровья человека, здоровья даже, если хотите, популяции, вообще человечества, то ваше санное мнение совершенно здесь неуместно. Ну, я имею в виду вот популярных людей, которых слышат. Вот, какое бы оно ни было. Здесь уже только специалисты. Но это отступление. А тем временем я вот так вот попришивала стразики, попришивала. И сейчас я хочу оформить. Вот посмотрите, как я пришиваю канитель. Канитель – это тоже металлическая такая пружинка, но она гораздо мягче, вы видели, да, как, насколько она другая, чем трунцал. Вот, и вот такая вот красивая золотая канитель. Я примерно так примерила, какой длины мне нужны эти палочки. Нарезала эту пружиночку. Здесь мы уже ничего, наоборот, не растягиваем. Используем осторожненько. И вот таким вот образом, видите, на леску мы надеваем ее как бисер. На лесочку. И вот так вот пришиваем, такую арочку как бы ставим. Здесь не совсем видно. У меня здесь все такое золотое. Ну вот, видите, между стразиков вот такой вот декор я решила поставить. Вот такую арочку из золотой канители. И как-то так красивенько смотрится. Такой прием здорово использовать. Он как-то и цапы вроде как закрывает, да, металлическую часть. И, ну и просто в декоре. Вот таким образом она пришивается. Как бисер, прям эти трубочки. Они могут быть покороче, вообще как бисер. Подлиннее. Я где-то когда-то делала брошь такую, сюрреалистический глаз такой у меня получился тогда. И я там показывала канитель разных цветов бывает. Ну, так же, как и трунцал. И у меня есть даже, кстати, и красные, и зеленые всякие. Вот они бывают прям красивые-красивые. Тоже материал для вышивки, вот для украшений, для декора очень интересный такой красивый материал. Вот такая канителька. Ну и здесь я уже, знаете,
дооформляю полностью каждый конец звезды, каждый вот этот уголочек, лепесточек, то есть сразу уже и канитель, и бусинки, и бисером заполняю пустоты там кое-где. Ну, это уже такой творческий момент, каждый уже смотрит на свое усмотрение, а я вот таким вот образом декорирую. Ой, ну прелесть. Ну и вот, вот такая вот желтая, а у нас в данном случае золотая звезда Давида, да. Вообще, если интересно, про этот символ можно посмотреть. Ну, в Википедии, в интернете, там где угодно, если вы не в курсе. Вот. Это в христианстве крест, например, да, используется символика такая у них вот. Звезда Давида. И вот кто к нам пришел тут. Запрыгнула ко мне на коленки Симоночка. Вот такая моя серо-голубая бархатная киска. Пришла посмотреть, чем я тут занимаюсь. Вот, а тем временем мы вышили вот такую вот красоту. Смотрите, какая прелесть прелестная. Мне так нравится. Такое чудо. Вот. Теперь нам нужно очень аккуратненько вырезать как можно ближе к краям броши. Убрать все лишнее. Только нужно осторожно не порезать леску вот эту. И, девочки, знаете, такая хитрость, как бы не хитрость, я не знаю. Прежде чем вырезать, промажьте немножечко клеем, прям моментом по этим лесочкам, все, чтобы на всякий случай, если вдруг вы все-таки порежете, чтобы не рассыпалось у вас все это проклятие, немножко моментом прихватите. Дальше я прям из этой же картоночки вырезала форму, пометила там вот кончики желтеньким, чтобы не перепутать. Вот видите, на пару миллиметров меньше самой броши. Эти пару миллиметров нам будут нужны для обшивки края. Дальше на кожзаме я обрисовала вот эту вот заготовочку и отметила для булавочки места, прорезала их маленькими ножничками и вдела булавку. Но, девочки, сразу скажу, я здесь косякнула. По-моему, это впервые у меня произошло за все время. Я что-то не помню, чтобы я ошибалась так. Вверх ногами булавку наметила и прорезала. Вот здесь будьте осторожны. Мне пришлось... Вот хорошо, что я сразу не вырезала. Мне пришлось повыше все это сделать, наметить правильно булавочку, продеть туда. Вот, и затем все это приклеить. Ну и затем уже я вырезала эту кожу, эту заготовку. Вот такая прелесть у нас получается. В данном случае такие краешки аккуратненькие, вроде бы все получилось, да, можно и так оставить, но, не знаю, мне все-таки хочется, я часто вижу, когда не обшивают края броши, вот как-то это, не знаю, мне хочется все-таки обшить. Хотя, в принципе, она и так, конечно, красиво. Я буду обшивать, решила сегодня обшить двумя видами бисера, такой как бы с зубчиками обшивка у меня будет. Вот смотрите, я провожу леску прямо где-то там между слоев, и она у меня как раз захватится, клей у меня там еще не схватился, не застыл, и вот как раз он и лесочку подхватит там. Она там застынет вместе с клеем. Вот, и дальше, ну, в ту же дырочку пару навивов через край, чтобы закрепить ее, да? Вот пару оборотов. Потом, как мы делаем узелки, вот раз, два. И вот эти пару оборотов нужны для того, чтобы у нас лесочка встала вот так вот вертикально. Не выходила с боков, там спереди, сзади, а именно вертикально встала. И теперь приступаем к обшивке. Вот смотрите, для обшивки я взяла чешский желтенький бисер и бисер Тоха 15 размера.
Японский. Вот первый бисер чешский мы взяли. И на шаг от узелка, шаг я буду называть, это вот ширина желтого бисера. Как бы толщина, да? Вот так вот просто через край спереди назад прошли лесочкой, а потом вошли в тот же бисер, опять спереди, снизу вверх, в тот же бисер. И он у нас вот таким образом вертикально встал. Далее мы берем уже японский бисер тоха и чешский. Вот видите, сразу два. Мы взяли япошку и забыли про него. В него мы ничего уже не шьем, а точно так же поступаем с желтеньким бисером. Вот мы его нанизали, и теперь вперед, спереди, назад вкалываем иглу. Вот так вот. И опять спереди, снизу вверх входим в желтый именно бисер. Японский уже игнорируем. Тоха, не трогаем. Он у нас просто на лесочке. А мы точно так же, как и обычная обшивка, входим в желтый бисер. И у нас получается, смотрите, вот такая штука. Вот они, два бисера желтых, а между ними как бы вершинка такая. Вот он, бронзовый вот этот бисер. Вот, или медный какой он. Тоха 15 размера. Опять берем тоха и чешский. И опять спереди назад вкалываем. Далее опять тоха игнорируем. И опять входим в чешский снизу вверх. Ну, в желтенький, в смысле. А тоха просто остается на лесочке. И вот так вот опять раз поставили. У нас все встало вертикально, чешская бусинка. А тоха лежит между бусин наверху, как бы на них. Видите, вот такой ступенечкой, зубчиками. Понятно, да? Вот так вот легко и просто шьется. Я шью как бы спереди, с лица броши, да? И леска, конечно, очень цепляется, надо смотреть внимательно, чтобы она не осталась, не зацепилась там за цапы, за бусинки. Вот, если очень цепляется, можно попробовать со спинки обшивать край броши, чтобы поменьше было этих цепляний. Вот. Ну, я обычно как-то все равно хочется спереди смотреть, да? Декоративную вот эту часть лицевую. Опять тоха, чешский, и поехали. И вот таким вот образом мы делаем обшивку края броши. У меня есть очень подробное видео, где я показываю 4 способа на крупном контрастном бисере. Все медленно, все близко, поэтому если здесь что-то непонятно, то 4 способа обшивки края. Я оставлю вам ссылочку на это видео. Оно где-то 3-4-годичной давности, но очень полезное, очень понятно. Видно там несколько способов обшивки края броши. Вот смотрите, какая красота получается. Все ровненько и аккуратненько. И вот таким образом я продолжаю обшивать нашу брошечку. Вот. Смотрите, какая прелесть получается. Вот, смотрите. Такие красивые материалы, такая прелесть прелестная. Я обожаю этот вид рукоделия. Очень люблю. Это одно удовольствие заниматься такой красотой, работать с такими материалами. Ну, это прелесть, да, девчонки? То есть понятно, что декор может быть какой угодно ваш, да? У меня вот такие вот использованы бусинки, стразики. Ну и тем временем подходит к концу наша обшивочка. Мы ставим последний
бисерочек. Вот взяли тухо, взяли чешский, опять прошли. Чешский. И ставим последний тухо, так как мы начинали, помните, первая бусинка у нас была просто желтенькая без тухо. А вот сейчас мы заканчиваем просто вот этот тухо, вкалываем в ту как раз таки первую бусинку сверху вниз, прям в нее же. И дальше вот так вот вкалываем иголочку и прям между ними, между бисером, вот таким образом делаем пару-тройку оборотов, подтягиваем, затягиваем узелочек, и можно прям через бисер вертикально или прям между этих бисерок я вот так вот вкалываю прям туда в толщу броши эту лесочку, подтягиваю и срезаю, и все, и она остается там внутри и тоже уже застынет вместе с клеем все это и никуда не денется. Вот такой способ, один из способов создания украшений. Таким образом можно вышить абсолютно все, что угодно. Хоть звезду Давида, хоть крестик себе вышите, хоть цветочек, хоть бабочку. У меня на канале очень много мастер-классов, в том числе и брошь-мотылек, всеми так любимая, да, с отдельными крылышками, там со сплошными вышивка. И птичек всяких с перышками мы делали, в общем, видео на канале много. Если вам интересен этот вид рукоделия, пожалуйста, открывайте инфобокс или просто на канале открывайте видео, плейлист украшения. Еще у меня есть плейлист «Чара брошь», там отдельно только броши, потому что видов украшений много, ну, видов создания украшений. Поэтому я «Чара брошь» отдельно выделила. И вот такой косячок, девчонки, не повторяйте моих ошибок. Видите, как я так умудрилась. По-моему, это первый раз такое. Булавочку вот не перепутайте, когда намечаете на брошке. Вот такая прелесть у меня получилась. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что, может быть, вам понравится такое видео. И вы тоже полюбите такой вид украшений, как обожаю его я. Я желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения. Будьте здоровы, мои дорогие. Пока-пока.